В 2014 году фонд «Самрук-Казына» запустил программу приватизации. Мы решили спросить, какие вопросы о приватизации накопились у представителей СМИ, блогеров и простых граждан. А представители фонда ответили на них в простой и доступной форме. Что произойдет с активами, если ими не заинтересуется ни один покупатель? На данном этапе мы можем сказать, что ни одного актива, которым вообще не заинтересовались, мы не имеем. Почему? Потому что у нас, ну там, компании практически первый раз там выставлялись, да. Но если такие активы будут, то, а я думаю, что такие активы будут, то здесь стандартный набор. Мы либо выставляем повторно со снижением цены на аукционе, да, либо если видим, что ну, бесперспективно, но сразу видим, что не имеет смысла выставлять, то тогда мы, наверное, будем ставить вопросы реорганизации, ставить вопросы значит, ликвидации, да, или там, слияния с другими компаниями. Оно будет все решаться в установленном порядке.